жители Ульяновской области. Хочу поздравить вас всех с новым 2023 годом. Пожелать вам, конечно же, всем счастья, здоровья, успехов, благополучия. Самое главное, я считаю, это семейное счастье. Ради нашей семьи, ради наших детей, ради наших родителей мы живем и делаем все те дела, которые совершаем. Хочу пожелать в новом 2023 году всем мирного неба над головой. Хочу пожелать, чтобы специальная военная операция в этом году закончилась, и все наши воины, герои возвратились домой целыми и невредимыми. Ведь в этом и есть настоящее человеческое счастье. Желаю вам, конечно же, чтобы в новом наступившем году все беды обошли вашей стороной, чтобы вы действительно ощутили себя счастливыми, здоровыми, жизнерадостными, чтобы вы приходили домой, у вас было тепло, светло, чтобы всегда была и горячая, и холодная вода, чтобы всегда было почищено перед вашими домами, чтобы вы ощущали, что и исполнительная, и законодательная власть думают о вас и делают все возможное для того, чтобы вы жили счастливо и комфортно. С Новым годом!